Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Идол Герои. Так, но прежде чем начать, ребята, я хочу показать вам, кто же мне выпал буквально вчера. И хотел бы послушать ваше мнение именно об этом персонаже. Вот он, Бат его звать, это у нас воин. Я так понимаю, это у нас и относится к нежити, 5 звезд. Ну и у него, смотрите, при атаке наносится 180 урона слабейшим врагам и понижается на 27% атаку на 2 раунда. В принципе, неплохо. Нет, с ним я встречался, это у нас был по сюжетке вроде бы как босс где-то. Так, что у нас здесь? Воля умершего, пассивный навык. Жизнь увеличивается на 20%, бронебойность увеличивается на 20%. Ну и третий у него будет, это угроза смерти. Пассивный навык, при каждой атаке повышается своя бронебойность на 8,4%. Критический удар на 8%. В общем, ребята, жду, как говорится, от вас, ну, адекватных комментариев. Именно поэтому, днище этот персонаж или стоит его качать? Ну, я как понял, именно Валентина качать нужно. Даже очень нужно. Судя по тому, как вы написали, что он имба. Так что, ребята, будем это делать. Ай, нехватка душ. Так, ну что, ребята, а теперь поехали делать все основные задания. Так, получить одним кликом, естественно, ребята. Так, свиток призыва героя нам 2 штуки дали. Сердечки, бриллианты, золото. Ох, надавали-то там нам. Так, что у нас здесь? Призываем 3-звездочного героя. Кто у нас здесь? А, даже 2. И кто? Так, скелет и тролль. Ну, скелет, ну, в принципе, пригодятся. У них 3 звезды. Ладно, оставим их. Так, гильдия. Погнали в гильдию. Так, давай-ка мы сюда зайдем. Отлично. Так, наука. Магия. Поехали. Ой, подожди-ка секунду. Что-то мы с вами не забрали. Да, вот, выполнил заказ. Отлично. Принимаем дальше заказы. Так, это начать, это все начать. И это начать. Так, вроде бы зашибись. Так, пожертвовать. Хорошо, отдадим 100 тысяч в жертву. Так, ну а теперь в науку. Маг. Давайте повышать. И еще разочек. Отлично. Еще разок, и потом мы уже сможем критический удар у мага развивать. То, что нужно нам. Так, что тут в магазине? Ну, в магазине, ребята, тут это все вот за эти... А, вот, кстати, и бат, да? Да, его можно за 10 тысяч очков купить. Так что, ребята, я не знаю. Все равно жду ваших комментариев. Стоящий или не стоящий. Он как танк, он идет. Так, хорошо. Здесь мы все с вами сделали. Давайте посмотрим в круг призыва. Призвать. Что нам здесь достается? Так, 3-звездочный медведь. Это лабуда полная. Чего? А, блин, у меня полный список, ребята. Придется кого-то, как говорится, через алтарь распылять. А кого? Вот я не знаю, ребята, кого мне тут... Ну, давайте вот медведи, у меня их дофига. Кого еще тут у меня очень много? Да, больше, в принципе, и никого. Так, попробуем расщепить. Так, отлично. Так, в таверне у нас что, ребята? Так, задание. Естественно, мы с вами принимаем. Сразу же их на выполнение. Ускоряем. Так, давай здесь то же самое сделаем. Ускоримся. Так, и здесь. Все будем делать по-быстрому с вами. Так, и здесь. В начале. Все, это мы быстренько с вами завершаем. И все. Таверна у нас, как говорится, пустая. Никаких заданий больше нету. Так, на рынке у нас что? На рынке у нас... Ничегошеньки нету. Так, есть один свиток. Возьмем? Ну, давай возьмем, мало ли... Так, погоди. Да что ты, блин, вот. Так, 150. Но он того не стоит, ребята, я чувствую это просто. Вот это я возьму.
8 фишек, хрен с ним. Так, ладно, пока здесь больше ничего мне не нужно. Так, ну что ж, давай зайдем в обычное казино. Одну фишку крутанем. А как всегда, либо золото, либо духи. Души мне достанутся, одно из двух. 10 тысяч душ. Я даже в этом не сомневался, ни на йоту. Так, что у меня в рюкзаке? Мы можем с вами опять призвать двух героев трехзвездочных. Понятно. Так, что у нас здесь в круг призова? Давайте. Блин. Опять не хватает места, ё-моё. Чё ж делать, ребята? Вот придет. Ага, вот. Вот так вот, давай-ка их всех под раздачу. Отлично. Так, в казино нам не нужно. В круг призва. Призываем. Опять этот олух достался. Вау, тут базовый призов. Аж 7 раз можем призвать с вами. Ой, этот демон сразу у нас идет автоматически на разборку. И этот тем более. И этот олух тоже пойдет. Да что ж такое-то, а, ребят. Нехваточка, блин, места-то оказывается, а? Ай-яй-яй, большая проблема в этом у нас возникает. Придется так сделать. Побольше, как говорится, уничтожить. Все. Ну, этих говнюков потом всяко проще набить, чем четырехзвездочных или пятизвездочных. Так, ересь опять. Ну, еще есть шанс кому-нибудь нормального получить. Так, это опять ерунда. Опять бред. Дровосек, ты достал уже, а? Понятно, ребят. Короче, здесь ничего у нас не получилось. И здесь, в принципе, тоже. Ладно, не все же время нам должно вести. В конце-то концов. Все. Так, сразу же пойдемте на арену. По-быстренькому ее завершим, хотел сказать. А завершать-то и нечего. Так, задание мы с вами выполнили. Выполнили. Получаем ревард. Здесь то же самое. Давай-давай мне все. Абсолютно все здесь отдавай. Так, что у нас тут? Выполнить 2 задания Мидаса. Ну, давай сделаем. Так, хорошо. Получаем. Подарить 5 сердечек друзьям. Это легко. Что найдем? Ага. Так, отправить и сразу же получить. 5 сердечков, как раз то, что нужно. Так, играть 2 раза в рулетке, это мы попозже. Изготовить 3 снаряжения. Ой, как раз у нас есть здесь, что можно изготовить. Так, одно было. Это у нас второе. И вот оно, в принципе, и третье. О, даже здесь можем еще сделать. Круто. Так, что у нас тут по броне? По броне тоже. Тут он написал, что крафт брони — это самое невыгодное дело. Так это или нет, ребята, я не знаю. Я как умный Петя начинаю тут тратить бабло на вот этот крафт, рассчитывая на то, что я смогу получить какую-нибудь офигенную себе заточенную шмотку. А мне говорят, что это ересь полная. Как-то нету в этом логики. Но если это правда, ребята, так и напишите в комментах. Я не буду тогда больше здесь этим делом заниматься. Так, медалька. Давай. Ну. Во. Даже одну двухзвездочную медаль получаем. Все. С этим делом мы тоже с вами завязываем. Так, в рулетке 2 раза поиграть. Давайте вот еще один раз сыграем с вами. Вообще-то мы даже 2 раза сыграем. Что нам достается? Ядрить на корень. Трехзвездочный топор. Опупеть. Повезло в каком-то веке. Так, и 10 тысяч душ. Так, получаем. На арене 3 раза сразиться. Получил я билетиков? Пока еще нет.
Выиграть два раза в рейде. Так, хорошо, давайте по рейду пройдемся. Так. Мы с вами вот это вот уберем. Вот это вот мы поставим. По-моему, так, да? Поехали. 110к. И еще столько же. Так, здесь сделали мы с вами задание. Теперь вызов храбреца. Погнали. Отлично. Давай еще маленько. Умница. Так, и последний у нас. Бросить вызов герою. Естественно, бросим. Так, следующий. Ну-ну-ну, давай. Так, хорошо. Так, здесь завершаем. Получаем. Так, что еще тут? Сразиться 3 раза на арене и собрать награды из компании 5 раз. А вот это вот уже будет, ребята, проблемой. Да, кстати, я вот спрашивал вас, но не услышал ответа. Почему вот здесь я не могу, ребята, сделать повышение? В чем проблема? Что не так здесь сделается? У меня вот эти вот камни есть, денег тоже хватает. Почему я не могу сделать повышение? Ограничение уровня левел 2. Не знаю, здесь, кстати, тоже не могу. По какой причине, мне непонятно. Может быть, надо базу свою, ё-моё, улучшить. По-моему, я что-то улучшил. Пока нет продуктов. Понятное дело, что нет продуктов. Один кристалл остался. Так, здесь есть? Есть ящики. Давайте-ка мы их с вами посмотрим. Так, 5 штук нашел. И все, больше нету. Блин, я вот не представляю, как вот с этими лохмандеями драться. Они 70 уровня, у них еще это, эпическая звезда, легендарная, я не знаю. Они, по-моему, хай там, да? Их замучаешься разбирать. Так, ну что у нас тут в рюкзаке? Карточки призывать, да? Опять 2 штуки? Опять этих лошпенов трехзвездочных. Ладно, хорошо. Кстати, да, у нас же с вами выпала броня, ой, не броня, а этот, оружие. Надо поставить обязательно. Во, давай-ка мы... Во, отлично просто. Погоди-ка. А... Я думаю, что вот это вот мы снимем. И вот сюда-ка мы оденем. Вот, мы что с вами сделаем. Просто поменяем. Так, и вот это тоже мы... Подожди-ка. Вот это мы снимем. И вот так вот снять. Да снимай ты уже, говорю. Вот. Вот так вот, я думаю, будет, наверное, получше. Будем Валентина с вами одевать. Так, подожди, зачем мне это нужно? Хотя хрен его знает, может быть, потом пригодится. Так, теперь давайте-ка мы посмотрим, что у нас здесь. Повышение хватает у меня? Да, есть. Пробуем. Так... 2 звезды уже. Больше не хватит, ребята. 250. Или все-таки еще 150 сил атаки и бронебойность. Слушайте, я, наверное, накоплю видовской пыли и еще одно повышение сделаю, а потом уже посмотрим, что нам оставлять это или дальше еще делать повышение. Так, что у нас еще с вами здесь остается? Так, на арену я так и не понял, почему у меня нет билетов. Обычно всегда раньше были. Где они сейчас, я ума не приложу. Странно как-то. Не заработал якобы, да? Так, по достижениям. Достичь 70 уровень. Так, это понятно. Сразиться на арене и собрать, выполнить все ежедневные задания. Пока не получается. Так, что мы здесь с вами? Подожди, это не то. Вот здесь вот 150 кристаллов. Ну, давай заберем. Отлично. Так, круг созидания. Ага, дерево провидца, это верно. У нас остается с вами только компашка. Так, ну-ка, трофеи, что у нас там? Ага, хорошо. А опыт, уровень получим? Да, 62 уровень, всего лишь, правда. Так, ну что, бой. И давайте-ка мы с вами... Так, вот так вот мы, наверное, сделаем. Хотя я даже не знаю.
Четырехзвездочный. Слушай, а если я, например, вот этого вот сюда поставлю, а вот так, посмотрим, ребят, что из этого получится. Чувствую я, что-то ничего хорошего, блин, не получится. Да ладно, как вы быстро мне норму снесли, а? Офигеть. Слушайте, но Валентин хорош, да, своей молнией. И, кстати, вот кальмар тоже неплоха, мне она нравится. Как она бомбит. Смотрите-ка, ребята, мы продвигаемся дальше. Доселе я не проходил далее. Ну что же, 5.16. Автофарм. Отлично просто идет. Просто великолепно. Наконец-то сдвинулись, как говорится, мы с мертвой точки. И продвигаемся с вами дальше. Так, посмотрим, что нас ждет здесь. Поехали. Так, ага, понятно. Колдуны. Это тоже не есть хорошо. Да что же они все время по моей норме-то бомбят? Я, кстати, ребята, прислушался к вашему мнению, и я буду тоже ее прокачивать до какого там, до 100 уровня, чтобы у нее открылся последний ее скилл. И, как мне сказали, она будет имбовая тоже. Ну, практически бессмертная. Проверим, как говорится, воочию все это дело. Так, ну что же, давайте двигаться дальше. У нас 5.17. Так что хорошо. Идем пока неплохо, ребят, согласитесь. Мне нравится. Так, о, сапожки. Забираем, конечно же. Так, кто у нас здесь? Давайте-ка посмотрим. Ну. И... Так, здесь у нас нежить в основном, да? И эльфы темные. Они 67 уровня. Все причем. О, как хорошо застанило, ребята, задний ряд. Ой, замечательно. Вот это великолепно. И это все у нас благодаря Валентину. Вообще шикарно, ребят, получилось. Да, Валя действительно рулит. Так, ну что же, 5.18. Кстати, ребят, там осталось всего ничего. 5.18, 5.19, 5.20. И все, в принципе, у нас этот забытый ледник будет пройден. Черт подери, у меня опять начинает болеть горло, по-моему, ребят. Так что, если что-то с голосом захриплю или еще чем-то, не обессудьте, пожалуйста. Я вам уже говорил, что я очень сильно болею. Через силу, как говорится, себя заставляю это все дело снимать, радовать вас. Так что, ребятушки, прошу прощения, как говорится. Воу, как все-таки шикарно, ребята. И кальмар помогает очень замечательно, потому что она их сразу в камень превращает. Слушайте, здесь победа опять за нами, по-моему, будет. Да, скорее всего, ребята. Ай. Конечно, норма берет на себя львиную долю урона, согласитесь. Но за счет того, что она берет максимальный урон на себя, мои задние ряды успевают нанести дамаг практически по всем. Так, ай-яй-яй-яй-яй, опять этот, блин, каменный голем. Я его в прошлый раз долго, как говорится, колупал. Ничего у меня не вышло. Давайте посмотрим, что у нас получится здесь, на этот раз. Будь тяжел... А, нет, его здесь нету. Значит, это не имеет значения, кто там на картинке, да, ребята? Оу! Да что ж так быстро-то? За что вы так наказали мою норму, а? Ой, здесь, ребята, черт подери! Здесь какая-то неподходящая у меня компашка собралась. Блин, ты посмотри, как они разбирают меня, ребят. Да, один Валентин тут у нас. Старается, старается, и почему-то у нас не получилось. Слушайте, я, ребята, просмотрел, кто у нас там был. Слушайте, а если мы с вами пойдем в башню? Хотя, подождите секундочку. Подождите секундочку. Сейчас мы с вами призовем четырехзвездочного героя. Так, это у нас, по-моему, убийца, скелет. Так, мы с вами вроде бы что-то новенькое получили или нет, я уже не помню. Так, секунду, здесь мы ничего не можем надеть, здесь тоже. Так, по-моему, ничего мы надеть не можем хорошего. Так, здесь тоже ничего. Где этот-то у меня олух? Вот он. Я хотел что сделать, ребят? Я хотел его докачать. Он же у меня не прокачанный до конца. 58 уровень. Вот, 60. Ах ты, не хватает, ребята. Не хватает. Этому везде 400. Ну, а представляете, сколько нужно на норме моей?
1000. Где их зарабатывать еще можно, вот эти вот камни, пока не знаю, ребята. Так, ну что же, давайте посмотрим, что у меня получится здесь. Ай, вот этот вот говнюк, он меня бесит просто, ребят. Он меня просто бесит. Не могу я его одолеть. Ну что ж, будем смотреть. Ой! Блин, ладно, посмотрим, как у нас здесь получится. Я должен был поставить этого бада. Так, хорошо. Как? Хорошо. Ничего хорошего, ребят. Ах, вот нам бы задние ряды, если бы уничтожить. Вот Казбек вот этот вот, а. Не могу, прям нервирует. Да он какой-то мощный прям, я не знаю. Эти эльфийки тоже даст... Во! Е-е-е, ребята! У-у-у. Поздравляю нас, мы здесь все-таки одолели. Отлично просто. Так, воевать. И я хотел, ребята, вот здесь вот сменить вот так вот бада. Я не знаю, кто из них круче. Барак или бад? Ой, ну да, барак или бад. Поехали. Бат, единственное, что он, конечно, копит. По-моему, у него еще пока не открыт этот суперудар. Но крит себе и атаку увеличивает. Это есть хорошо, ребят. Оу, здесь, наверное, ребят. Не хочу загадывать. Победа, наверное, будет за нами все-таки. Так, так. Норма держит. Е. Четко все произошло, ребята. Ха-ха. Нормуль, мы с вами двигаемся дальше. Блин, ненавижу, вот я, ребят, ненавижу вот этих вот гномов. Блин, почему они такие мощные, я ума не... Фига себе, пятизвездочные гномы здесь. Здесь четырехзвездочные. Ой-ой-ой, и топорик здесь будет, приз. Я даже не знаю, ребят. Так, у нас... где это у нас штука-то, которая показывает? Я уже забыл, где там посмотреть-то можно. Так. Блин, я не помню, ребята, где эта фигня, которая показывает нам, кто против вот этого знака хорошо действует. Эй-эй-эй, Валя, давай обратно. Ну что ж, погнали. Так, вот здесь вот смотрим. Против них очень хорошо действует нежить. Ха, у меня как раз бат нежить. Так. Отлично, пока хорошо, ребята. В камень превращенный чувак. Блин! Разрубают, ребята, разрубают мои ряды. Надо вот этих вот задних в первую очередь, ребят, бомбить. Е! Слушайте, на самом деле, бат здесь очень хорошо держал защиту. Я даже смотрел, прям вообще великолепно. По нему бомбили, и он держался просто молодцом. Так, сколько у меня камней прогресса? Дайте-ка глянуть. 374. Этого мало, ребят. Этого крайне мало. Мне нужно 1000. Ну или 400 на худой конец. Так, продолжаем с вами рубиться. Так, 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 так. Ну, была не была. Поехали. Так, тут у нас опять же нежить. А против нежити у нас идет, ага, листва. Природа, короче. Но, как видим, природы у меня здесь нету. И это, наверное, плохо. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Очень-очень-очень жестко здесь, ребята. Вот так вот. Черт подери. Нет-нет, Валя, держись. Е. Да. Все-таки Валек шпарить будет здоров своей молнией вот этого. Он великолепно делает. Кальмар тоже изумительно. То есть вот чем больше массовых у нас персонажей, которые наносят массовый урон, тем лучше для нас. У меня, конечно, вот в задних рядах вот эти вот вары здесь как-то немножко не вписываются. Надо их менять на кого-то. Они не должны стоять сзади. Потому что это полутанки. Я бы даже сказал, это танки у нас. Так. Ну, мне пока некого поменять. У меня нету персонажей покруче, чтобы я мог поменять. Отлично все. Вообще шикарно идем, ребят. Очень хорошо у нас. Ого, а что это наверху за чувак такой? Я такого ни разу еще не видел. Так, здесь у нас големы. Блин, големы, это огонь. А против огня у нас идут, по-моему, святоши. Против огня, да, по-моему? По-моему, да. Сейчас глянем.
Против огня, да, идут святоши. Замечательно. Но святоши у меня только один, это Валя. Если он сейчас бомбанет. Да. Пока вроде бы неплохо. Отлично, идем, ребята. Блин, смотри-ка, бат стоит довольно неплохо, я вам скажу. Я не знаю, как вот их сравнивать, если вот, например, брать Барака и Бада. Кто из них лучше? Как это можно, блин, сравнить? Хотя они по стихиям-то разные. Этот нежить, а тот, по-моему, огонь у нас. Так, ну что же. Была не была? Погнали. Так, а здесь у нас... Ага, рыцари все. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, тут видно, ребята уже крепкие у нас. Сразу падать не будут. Ой, я даже не знаю, сможем ли мы здесь с вами одолеть-то их. Ай, как-то все плохо. Да, отлично. Вы заметьте, да, как Валентин молнией шпарит и просто падают все. Ну что же, какой-то новый чудик здесь, я не знаю. Опять этот охламон здесь, ё-моё, ребят, я не знаю. Ох ты, броня трёхзвёздочная. Ой, подожди-ка секунду, ребят, мы же с вами вроде бы топор получили трёхзвёздочный. Дайте-ка я поставлю его. Где же мне... Так, ну, ты-то явно не будешь носить, это понятно, что у тебя тут комплект. Так, тут трёхзвёздочный, тут круто, круто. Ага, вот здесь вот надо поменять. Вот так вот мы сделаем. Слушайте, а мы сравним. Вот Барак у нас. Он же у нас, да. Так, и... Черт, да где их параметры-то, ё-моё? Вот. 1740 атаки, да? Ха. А, нет, ребята, у меня бат 60 уровня. А Барак 50-го, тогда понятно, да. Слушайте, мы можем сделать эволюцию. А, интересно. Во! Отлично. Блин, нужна 1000, ребята. Теперь мне нужно 2000. Угу. Ну, я бы, честно говоря, и кальмара бы тоже с удовольствием бы поднял бы. Ай-яй-яй. Чё ж делать тогда? Я даже не знаю, ребят. И хочется и колется. Так, 400 есть, это еще 600 нужно. Но я думаю, что оно того стоит, если нам попробовать накопить как-нибудь. Ну а теперь пробуем воевать здесь. Ох, была не была. Будет жесткая, чувствую, схваточка. Против листвы. Ай. Так. Ой, Валя, Валя, как же ты мало нанес-то здесь урона. Очень мало ты наносишь. Здесь, видимо, ты не канаешь. Так, норма, не падай, пожалуйста. Ты мне нужна. Так, она подхилилась, зашибись. Так, ну, в принципе, тут осталось... Ох, тихо, есть. Давайте этого говнюка мелко. Фу, ребятушки. Просто зергут, ё-моё. Я не знаю, как это назвать, но это просто какая-то фортуна улыбнулась мне. Естественно, мы с вами получили новую броньку, и я хочу ее одеть. Ой, подожди, что я делаю-то? Одеть. Да у него и так неплохая бронька стоит. Кому же мы можем напялить? Давайте здесь. Вот так вот. Отлично. Так, Барак. У него все нормуль. Ну и тут все замечательно. Кстати, что у нас там в кузнице? Мы можем что? Оу, мы можем. Но нам, наверное, не хватит, да? Нет, не хватает. Но, по крайней мере, ребята, у нас есть еще один топор. Сколько у нас тут? Да. Нам бы, ребята, еще бы два таких вот топорика. И мы смогли бы с вами сделать вот это вот. Естественно, кому-нибудь дать. И тот бы был очень крутым чувачком бы. Ну как очень крутым? Не крутым, но нормуль. Нормуль было бы сразу бы. Так, давайте... Блин, я не знаю, вот я крафчу, зря, не зря, как в неведении, ребят, просто-напросто. Жду от вас комментариев по поводу вот именно этого крафта. Просто действительно, деньги-то как бы нужны, но и шмотки нужны тоже хорошие. Они здесь, извините,
не даются мне за каждый бой. Их тут очень тяжело добыть. Так. Эти не могу, да? Не могу. Жаль. Ну что же, продолжаем бомбить башню. Так, здесь у нас огненные. Так, огонь против огня. А смотрите, у меня, кстати, две нежити. У меня кальмар тоже из ряда нежити, а я, честно говоря, и не знал. То есть у меня нежить, святость и огонь. Отлично. Комбинация то, что нужно. Так, 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 что-то мне не нравится здесь. Ага, застанили. Оу. Что-то как-то не ахти началось, ребята. Бат, смотрите, стоит просто каменной стеной. Малорик, он мне нравится. Хороший мужик. Есть. Вау, мы уже с вами получаем 50 камней прогресса. Это действительно прогресс. И у нас идут бараки. Плюс эти, как их звать-то, я уже забыл. Вот интересно, мы здесь сможем их победить или нет? Бараки сами по себе мощные. Вот, посмотрите. Вау, плюс они... Да, бат здесь у нас, по-моему, проигрывает. Да, его сейчас, да, убили уже. Слушайте, ну вот эти вот задние демоны, я смотрю, это фуфло. Блин, норма упала. Чёртовы бараки, а? Да ладно, блин. Ну, да давайте убьем уже. И, ну, есть, кальмар, молодец. Да, ребята, здесь уже было очень и очень туго. Я бы сказал, вообще хреновенько. Ну что же, идем на следующий бой. Блин, нифига у меня, ребята, затянулась башенка. Я думал, пару боев и все. А мы, смотрите, как далеко с вами уже уплясали. У меня даже, наверное, не хватит времени записать приватный сервак. Так. Так, тихо. Стоим, ребята. Стоим на смерть, блин. Так, робот подбит. Кстати, вот роботы вот эти... Оу! Ну, кто? Кого? Есть! Блин, кальмар все-таки молодец, а. Вытягивает тут на последних, как говорится, микродозах. Но вытягивает бой. Молодец. Хвалю. Так, едем дальше, ребята. Ох ты, нифига тут. Вау, а это что у нас за... Это у нас, по-моему, спецкласс какой-то, я уже не помню, ребят. Против них только святость, по-моему, да, действует? Святые рыцари, или как же там? Ну, да, по-моему, тут разберут нас. Угу. Да, здесь, по ходу дела, мы вкурили по полной программе. Но, да не беда, ребята. Всему свое время. Подкачаемся, подокрепнем. Ну и, естественно, наваляем. Так, а я пошел тогда в компанию. Здесь мы с вами, по-моему, где-то встряли, да? Ага, да-да-да, мы на этих гномах с вами, ребята, притомились. Блин, да что ж такое-то, а? Эти гномы, гады, крепкие, как не знаю кто. Да как вы меня достали, а? Эти эльфийки еще постоянно хилящие. Если бы не их не хилы, они бы уже давно-давно бы здесь лежали бы, ребят. Это факт. А так, ну, никак не получается, ребят. Ну, хоть ты тресни. Да, Валя, ты один тут не справишься. Жаль. Очень жаль. Черт, подери. А, будь они неладны. Так, давай, забирай все эти трофеи. Все это нам пригодится. Так, ну и что же? 100 на 100. А я возьму, ребят. Мне сейчас нужны камни прогресса, поэтому приходится брать. Так, обновить не буду я пока. Обновлять здесь. Таверна. В таверне мы с вами все задания уже сделали, взяли. Блин, хочу 70 уровень или какой там. 72, а здесь нужен 70. Не знаю, что это за монстры здесь. Так, испытание храбреца опять мне недоступно, да? Ага, понятно. Через 9,5 часов только лишь откроется. Так, задание. Что у нас тут? Ну, это понятно. Три раза... Вот я не могу понять, почему я так и не заработал себе билеты на арену. Странно как-то.
Ой, что это такое было? Погоди-ка, я не понял, что за фигня-то? Ой, хе-хе-хе. Давай вот этого, наверное, возьмем. Ну-ка. Вот так вот, отлично. Опа, еще 18 получили. Что-то странное, ребят, я думал, что... А, все, закончились. Один раз я только мог. Давай вот так вот сделаем. Купить. Погнали. И последний бой. Замечательно. Так, ну что, все? Забираем. Подожди, подожди, вот это вот. Так, и собрать награды из компании 5 раз. Ай-яй-яй-яй, это нам что нужно сделать? Если задать, забрать задание из компании 5 раз, у нас с вами только один выход. Это выйти на карту. Вот сюда вот перейти. Ну и, предположим, повоевать. Так. Автофарм. Давай быстрее. А я что, не могу здесь воевать, блин? Так что ли получается? Хорошо. Давай мы вернемся тогда опять в ледники. В ледниках-то я должен драться. Да, я хочу драться. Ну-ка проверим. Автофарм. Черт, да что за бред? Блин, не могу, ребята. Ну, в бой. Попробуем еще разок. Может быть, конечно, нам стоит кого-то поменять. Черт, норму вообще сносит здесь. Просто на ура. Надо посмотреть, кто против листиков хорош. Ну, против природы, я имею в виду. Против листиков тоже сказал, блин. А-а-а. Да как же так-то? Вот, вот, что-то уже, что-то выходит, ребята. Причем даже очень хорошо. Повезло нам, ребятушки. Повезло. Вот что я вам скажу. Ну и 5.20, это последний бой. На пятой главе кальмар. О-оу. О-оу. Сейчас, по-моему, ребята, мы здесь с вами по полной... Нет, подожди. Что я все время смотрю сюда? Это же ничего не значит. Нам надо смотреть на само поле боя. Ядрить тебя на корень, нежить. Так, смотрим, смотрим, что получается. Ох, хорошо. Слушайте, так это же вообще великолепно. Смотрите, что получается, ребята. Мы его просто раздеребанили в хлам. Я надеюсь, тут никаких подводных камней не будет сейчас. Тихо, тихо, не буянь. Yes. Да, ребята, все было на ваших глазах. Все честно и справедливо. Ну, разве мы не молодцы, а? Мы просто супер. Мы просто супер. Вот что я могу вам сказать. Ну что ж, ребята, переходим на карту. И замок Хайт у нас открывается. Ух, естественно, мы переходим. Ну, ну что ты не идешь-то? Да, я хочу воевать в этом отряде. В этом, в этой локации. Так, подожди-ка, а мы с вами же выполнили задание или нет? Да, подожди-ка. О, пройти крепость 5. Ребят, смотрите, что мы с вами получаем. Украшение охотника. Yes, полусапожки. Классно. Я это обязательно сейчас надену на кого-нибудь. Слушайте, я знаете, что еще у вас хотел поинтересоваться? Вот стоит ли покупать месячную карту или вот мини-карта месяца? Вообще, есть ли в этом смысл? Ну, тут вот, например. Не, ну это у нас разовые, да, такие? Это ежемесячные подарки просто-напросто. Это у нас просто тоже вот мини-карта месяца. То есть я получаю... после покупки вы сразу же получаете 250 алмазов и 250 VIP-очков. А в последующие 30 дней по 75 алмазов. Итого можно получить 2250 алмазов. Бонус за вход. Ну, это понятно. То есть напишите мне, пожалуйста. Тоже очень интересно знать. Но это, я так понимаю, как бы как подписка, что ли, или что-то в этом роде. Так, ну-ка, где мои герои?
Так, у меня отличился Валек, поэтому Валентин заслуживает, я думаю, хорошую себе броню и этот. Вот, отлично. Насколько я помню, это, ребята, у нас идет сет. Если мы собираем полностью, у нас будут бонусы. Так, у меня... Оу, да, кстати, если... Блин, придется вот эти вот сапожки снять. Снимаем. И придется забрать у Валентина вот эти вот сапоги, к сожалению. Все только лишь потому, что вот здесь вот, ребята, это будет полный комплект. Да. Вот, ребята, комплект охотника. Это 4% к жизни, 5% к силе атаки и 2% к жизни. Можно, конечно, это поставить и на Валентина, но я почему-то считаю, что норма должна быть нормой. Она все-таки у нас хил, причем довольно неплохой. Ну, а Валентин у нас все-таки больше боевик. Поэтому я думаю, что пока и так он у нас довольно неплохо тоже выглядит. Так что отлично все. Ну что же, а мы с вами переходим, наверное, к компании. Так, что у нас там по трофеям? 4 ведовские пыли, ересь какая-то. И давайте посмотрим, что нас здесь ожидает. Какой у нас будет первый враг? Ага, нежить. Все, в принципе, понятно. Блин, у меня, ребят, что-то очень сильно горло разболелось. По-моему, нам пора закругляться. Вы уж меня извините, наверное, сегодня я не буду снимать, что происходит на приватном серваке. Но вы не думайте, я играю, я смотрю. Да, у меня, по-моему, тоже какой-то персонаж новый появился. Но об этом мы уже с вами поговорим чуть-чуть попозже. Ну, если мне станет чуть-чуть полегче, возможно, я чуточку попозже все-таки сделаю видосик. Ну, а от вас жду, ребята, комментариев, что здесь можно сделать и что нужно делать в первую очередь и кого качать. Ну, а на это, пожалуй, и все. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока и удачи.